На 70-м году ушел из жизни русский писатель Леонид Габышев, написавший свое единственное произведение, с которым и вошел в русскую литературу, повесть «Адлян» или «Воздух свободы». Леонид Габышев родился в Омске. Отец ряд лет занимал высокие посты в омской милиции. После того, как тот был уволен, Леонид был осужден и отправлен в колонию для несовершеннолетних, пробыл там почти 5 лет. Впоследствии окончил Волгоградский строительный техникум. Работал грузчиком, столяром, плотником, стекольщиком, кочегаром, слесарем, сантехником, мастером в ЖКО, корреспондентом газеты. В 1983 году Габышев принес писателю Андрею Битову свою повесть «Адлян» или «Воздух свободы», в которой описал собственный опыт пребывания в колонии для несовершеннолетних. Позже Битов предложил произведение главному редактору журнала «Новый мир» Сергею Залыгину. В 1989 году повесть была опубликована в журнале «Новый мир» и получила значительный резонанс. В 1990 году Габышев был принят в Союз писателей СССР.